Каждый человек – клоун, но не у каждого хватает мужества показать это всем. Так выразился в свое время испанский акробат и клоун Чарли Ригель. Но так ли это на самом деле? На самом деле каждый человек клоун. И что такое быть клоуном? Вот в эти праздничные дни давайте об этом и попытаемся поговорить. Добрый вечер, меня зовут Сергей Краснобород. Ну а разговаривать на эту веселую праздничную тему с кем же еще, как не с клоуном, вернее с клоунессой. У нас в гостях клоунесса Ириска. Здрасте! Позвольте представиться, меня зовут клоунесса Ириска. Добрый вечер, я даже не знаю, как мне себя вести. Музыкальное сопровождение Ростислав Бондарев, ну... Так что, Ириска... Ириска. Давай на ты, да? Да. Да. Давай сразу выдадим тайну, что на самом деле Ириску зовут Катя. Что такое быть клоуном? На самом деле каждый человек клоун? Ну, на самом деле, комичное, конечно, нужно высматривать в каждом человеке. Потому что если на каждого человека смотреть просто как на человек, просто вот ну да, две руки, две ноги и голова, это неинтересно. А если в нем искать что-то комичное, едете в автобусе, можно себе самому поднимать настроение, разглядывать людей и что-то в них комичное находить. А, и представлять, какой он будет клоун. Нет, вообще. Никакой он будет клоун. Что такое клоун? А что такое клоун? Клоун – это же ведь не только какой-то... определенные... Представление такое. Да, это представление. Как будто именно рицательное, да, что-то несерьезное, что-то веселое. Это в первую веселое, очередь что-то... комичный актер. Актер комичного амплуа. Угу. Комик. Комик. Да, который своими способами веселит или пытается поднять кому-то настроение, или же воплощает какую-то сверхзадачу на сцене, если это цирковой клоун, да, или же это будет какой-то буф-клоун. Есть такое подразделение, как эквилибристы-клоуны, жонглер-клоун. То есть это уже немножко узкая специализация. Рыжий, белый. Рыжий, белый, да. Это уже именно по типажу клоуна. Так, клоун я, допустим, рыжий. Рыжий всегда веселый, белый клоун всегда очень грустный клоун. А есть синий клоун? Есть. Или коричневый? Есть. После Нового года обычно обычно со всеми клоунами происходят казусы. Ну, понятно. Так клоун – это каждый человек может быть клоуном? Ну, вот начало. В автобусе едешь, смотришь. В автобусе едешь, смотришь, да. Сам себя развлекаешь, представляя, что каждый может быть клоуном? Или это взгляд клоуна увидеть в каждом человеке? Возможно, это просто уже профессионально идет. А, вот как. Потому что когда в этой сфере не год и не два, уже не так смотрятся фильмы, уже не так играются роли в каком-то фильме, уже не так цирк смотрится, уже вот это все представляется немножко с другого ракурса. А если, допустим, к чему я про то, что каждый человек может быть клоуном? Я к тому, что не обязательно же учиться на клоуна, правильно? Я не знаю. Не сейчас, обязательно. Сейчас у нас такое время. Я и пригласил такое время, в студию, чтобы ты рассказала вообще. У нас вообще, такое как время это... сейчас, что, конечно, много талантливых людей, которые клоуны не постеснялись, от рождения, да. не постеснялись и начали наконец-то этим заниматься своим любимым делом. То есть вот у меня с рождения всегда, вот у меня с рождения было, мы делали какие-то актерские зарисовки, какие-то концерты мы постоянно проводили в детстве. Мы показывали кукольные спектакли бабушке и всем ее друзьям, которые собирались на семечки к бабушке. То есть, естественно, я с самого детства, я с 12 лет на сцене, именно в комичном жанре, в комичном амплуа. То есть, трагик из меня вообще никакой. И когда стоял выбор, вообще как Ириска родилась, мы делали детскую программу, на День защиты детей 1 июня она проходит, и мы делали программу. И там должен давно? Был быть... Да, очень давно, это, наверное, год 2006... Нет, 2006-2007, возможно. И стал вопрос, кто будет главным героем. Кто будет это все за собой, этот весь паровозик тянуть, шестичасовой праздник.
для детей. И тогда то есть уже... нужен был человек, который бы связал какие-то номера? Да, человек был, но не искали образ. И режиссер Елена Петрова, которая является моим мастером, наставником, режиссером, который... Так все сразу... Да, очень все сложно. И она, в общем, говорит, а давай ты будешь клоуном с юристкой. Я говорю, давай, попробуем, что из этого получится. Потому что ириска, которую вы видите сейчас, она была совершенно другая. Это же было что-то попроще. Давай сначала. 2006 год. Да. Это где было вообще? Это было... я сама не из Гомеля. Я приезжий клоун, ну, которого цирк кто-то кинул. Это я. Вот. Это был город Киров, Калужская область. Это мой родной город, где все начиналось, зарождалось. И Елена Петровна, очевидно, там. Петрова. Да, она там, конечно. Она там. Мы периодически общаемся. Я с ней в чем-то советуюсь в своем творчестве. Она что-то подсказывает до сих пор. Следующий вопрос. Когда клоун, когда цирк сюда приехал, чтобы оставить здесь клоуна? Как долго в Гомеле? Как долго мы видим клоунессу Ириску? Ну, я имею в виду от имени гомельчан, которые, может быть, те, кто смотрит нашу программу, уже узнали. А те, кто еще не узнал, наверное, узнает прямо сейчас. Ириска в Гомеле проводит свою творческую деятельность с 2012 года. Угу. Хорошо. Вот этот отправной момент. Давай дальше. Ну, а почему Ириска? Ириска, насколько вот в памяти. Была такая телевизионная программа, по-моему, АБВГ-дейка. Вот там была клоун Ириска, и, по-моему, она родом из Гомеля даже. Да. Да. Она белоруска. Это спроста или неспроста? Нет, здесь абсолютно никакой роли не играет Ирина Асмус. Не оттуда вообще пошла моя Ириска. Да. Не оттуда, нет. Это всего лишь... Меня даже взрослые спрашивают, или дети спрашивают, а почему Ириска? Ириска, что такое Ириска? Я всем отвечаю, да, сладкая. Именно так. А Ириска меня зовут, потому что я такие конфеты люблю. Чудесно. Это вот таким голосом и разговаривает? Да. Вот так. То есть нет никакого там того, что я хочу на этом заработать какую-то славу на имени Ириски, нет. Ну, вообще мне, есть такое, то, что... Мне в этом комфортно, именно потому что Ириска, если брать ее как конфету, она очень сильно прилипает к зубам. Вот, наверное, я точно так же прилипаю к детям, и мы с ними находимся в таком творческом взаимодействии во время праздника, что вот одно целое как вот. Именно и сладко, и здорово. Именно к детям? В основном. То есть в основном клоуна понимают дети, не глядя на то, что вот этот каждый человек клоун. Нет, клоуна понимают и взрослые. Самый взрослый мальчик, которому приходила клоунесса Ириска, был Вова, ему исполнялось 65 лет. Да, и девочка Лидочка была тоже под 60, девочки было. Вот, то есть клоун такой универсальный персонаж, который может развеселить абсолютно всех. И он обязан это делать. И обязан оставлять после себя положительные эмоции. Ну ты вот после того, как связали это шестичасовое представление этим образом, да? Он что, так понравился этот образ? Это дальше стало сценическим амплуа? Да, вы знаете, мне стало в нем так уютно, что сейчас... Кто-то может... Здравствуйте, а вы можете прийти Золушкой, там, какую-нибудь принцессу? Ну, пожалуйста, нет. Нет. Потому что, когда я в клоуне, если я даже большого дядьку, который отдыхает там где-то на празднике, на дне рождения, подергаю за ухо или волшебного шлепка... Ну да, это 60-летнего мальчика. Да, да, да. Оно будет смотреться органично. А когда придет Золушка, которая... будет так себя вести, это будет несопоставление образов. Это можно воспринять несколько фривольно, если Золушка будет так... Да, понять можно, что не туда, не на тот праздник. Так что первично? Внутреннее состояние для... Я не знаю, я даже не знаю, клоун это профессия, призвание, там внутреннее состояние откладывает отпечаток на поведение, на сценическое поведение. Или наоборот, вначале появляется образ, этот Ириска, вначале по накатанной отрабатываются приемы, и уже внутреннее состояние подбивается под это. Нет, приемы всегда меняются в зависимости от того, какая атмосфера вообще в доме,
в студии, на улице, то есть от предлагаемых обстоятельств. Это, наверное, все-таки из души. Это, наверное, все-таки лично у меня это состояние, которое даже без риски, любые друзья, с которыми мы общаемся, все замечают, что не то, что Ириска в меня вжилась, а, видимо, она из меня вот вышла. И именно вышла она в то русло, в которое нужно. Ну, вообще, само состояние. Интересно, как вот ты сказала, в автобусе едешь, и вроде бы уже взгляд такой профессиональный. Интересно, как видит мир клоун? Как он видит мир, если он не так видит, как все? Ну, в принципе-то ничего особенного нет. Главное проявить свою фантазию и найти даже в серости самое яркое. Что-то выделить для себя. И тогда оно будет смотреться по-необычному. Вот у меня был случай, мы постоянно, если передвигаемся на автомобиле, я сижу на первом сиденье в образе Ириски. То есть все хорошо. И я ловлю просто себя на мысли, что какая у нас... Гаишники останавливают, гаишники, да? Не, был один случай, но я уже стерла грим. Думаю, вот буквально бы 10 минут назад, вот. Я бы вышла. Для того, чтобы пообщаться. Да. Сказать: здравствуйте, меня зовут Ириска. Не, так, здравствуйте. Да, так, как это? Как это надо? Здрасте. Или там: дядя инспектор. Мы тут ехали, а вы нас тут остановили. А можно мы поедем дальше? Да, то есть использовать в таком плане использовать не получилось? Нет, конечно, нет, это уже... Я перебил относительно гаишников, так немножко в сторону. Ехали на автомобиле. Ну вот, да, едем на... У меня был просто случай такой очень хороший. И я ловлю себя на мысли, что как хорошо все-таки, что у меня такая профессия. И призвание, или это вот состояние. Как хорошо, что у меня такое состояние души. Вот, и едет параллельно нам автобус с людьми, час пик, вечер. И вот смотришь на людей, они едут озадаченные. На них висит прям глыбой весь рабочий день, может быть, рабочая неделя. И тут вот светофор на счастье. Я поворачиваюсь. Я поворачиваюсь. Водитель же, он же, у него тоже такая же глыба, только еще в автобусе 80 человек. Еще и всех остальных. Да, еще тут и светофор. Он, значит, едет, он остановился на светофоре, он сосредоточен на движении. Меня муж всегда говорит: Катя, не отвлекай водителей во время движения. Тогда я уже переключаюсь на пассажиров. Но тут вот один в один, вот мое стекло и вот его стекло. Ну не могу просто. У него так грустно ему по виду. Он повернулся такой... Оценил. Потом думаю, да не может быть. Потом вот так посмотрел. Клоун. А я в этот момент ему поворачиваюсь. И вот так вот показываю. Все, у него сразу жизнь просто бьет ключом. Его уже не интересуют вот эти 80 человек с таким же грузом над головой, как и у него. У него жизнь по-другому началась. Его развеселили. Просто ничем. И как? Точно так же может происходить это все вот у меня. Да, я очень часто это делаю с пассажирами. То есть это клоуну это позволено? Это позволено, да. Но только в костюме? Ну, естественно, конечно, да. Конечно, да. Костюм преображает? То есть, наверное... Костюм позволяет более ярко. Не всегда ты ходишь в этом костюме? Нет, не всегда. Это сценический образ, да? Конечно, это сценический образ. Меняется состояние? Наверное, нет. Можно позволить? Можно позволить себя взять в какие-то рамки определенные обществом и не вести себя так, как ведет клоун, развязно, да, но все равно я шутник, я люблю пошутить, я люблю приметить что-то комичное, что-то поставить как ситуацию так, чтобы это было смешно, но ни для кого не обидно. Помогает? Потому что да, оно помогает. Оно заряжает. Не тянуть вот этот груз. Помогает, очень помогает. Груз, очень который... Помогает. Ну, потому что мы все конечно, в обществе мы все люди, завязаны. Мы все люди. И у меня, и у Ириски точно такие же проблемы, как и у всех остальных людей. Абсолютно такие же. Абсолютно. Потому что есть семья, есть ребенок, есть что-то, что нужно делать обязательно. Не заниматься этим всем, а именно вот откладывать... Этим всем не заниматься, этим всем, а это нужно делать. А это нужно делать, да. Вот. Вот так.
относительно того, учиться или не учиться клоуна, мы так тоже так вскользь бросили. Если... Есть специализированное заведение учебное, которое есть, обучают клоунов, есть, да? Есть, конечно, то есть, есть. Это цирковые училища? Цирковые училища есть, но нужно не забывать о том, что прежде чем, наверное, поставить перед собой задачу учиться или нет, нужно определиться, чему ты именно хочешь научиться. Потому что моя профессия, я училась на режиссера театрализованных представлений, где открывается большой спектр специализаций, то есть это и актер, и режиссер, и гример, и бутафор, и сценограф, то есть мы все это проходили. А клоун, если это клоун в цирковом училище, я, конечно, не буду говорить, как там именно что, я говорю про театральные вузы. В первую очередь, каждый клоун – это актер. Это артист сцены, актер. А потом уже либо цирковой клоун, либо же в театре комик. То есть это просто амплуа? Амплуа. На мой взгляд, да. Отличается, ну, если это актер, естественно, от сцены отличается. Цирк, цирковое представление, клоун, который в цирке, отличается от... Конечно. Того, который, ну, вот так общается. Конечно, отличается, потому что клоун в цирке сейчас есть сольные номера у клоунов, но в большинстве своем клоуны заполняют какие-то. Ну, это вот эти вот 6 дырки. Часов представления, которые надо связать. Да. Или же заполнить какое-то пространство, чтобы реквизит убрали, реквизит поставили. И чтобы это все не было зрителю видно, мы выпускаем клоуна, клоун работает свой номер, отвлекая зрителя на себя, перетягивая на себя все внимание. И тогда уже все получается всем выгодно, всем хорошо. Всем спасибо, до свидания. Клоун же должен что-то делать. Ну, он делает, конечно. Ну, не все же он время делает. Показывать язык и там... Нет, конечно, нет. Каждый номер клоуна, если это клоун цирковой, он, естественно, выстроен таким же режиссерским замыслом обладает, как и театральная постановка какая-то. Это бесспорно, конечно. У каждого номера есть сверхзадача, которую клоун воплощает и доносит зрителю через свой номер. Поэтому, наверное, я и говорю, что... Клоун – это, в первую очередь, артист, актер. Такой образ есть, печальный клоун. Клоун, который, ну, не знаю, разучился смешить, что ли. Так вот, грустный клоун. А как рассмешить людей? Ну, у меня лично это происходит откуда-то изнутри. В процессе работы, в процессе... пребывание в той или иной сфере вот, деятельности, допустим, я не знаю, ну, как вам объяснить? Это все равно из сердца идет. Этому нельзя научиться. Это должно идти из души, изнутри. То есть какие-то приемы это, изучить можно? Приемы, да, основы, конечно. Театральные основы, конечно. Актерские основы, это можно получить, можно научиться этому, это можно. Но все равно у каждого клоуна есть фишка. Как и у любого человека, который в той или иной сфере занят. Правильно же? Есть своя фишка. Наверное. Свой почерк, по которому его узнают. Вот, не знаю, меня, наверное, узнают, потому что... Вот. Дети очень меня любят. И я люблю очень детей. И даже бывают такие моменты, что мамы не понимают, как я три года, допустим, человека я не слышала, не видела. А, да, вот вы мама Влада. Да, я мама Влада. Как вы их всех запоминаете? Я не знаю. Они все разные. Их нельзя дети. Их нельзя не запомнить. Ну, наверное, стоит сказать, что специализация у тебя... Аниматор сейчас. Аниматор. То есть больше работа с, ну как, населением. С населением. Клоун работает с населением. Социолог. И психолог. И юморист. То есть это все надо в одном флаконе держать. Это нужно все. Это все держать.
держать сразу в одном флаконе все. И детского психолога, и детского доктора, и детского воспитателя в себе нужно держать. И человека, который из ничего может сделать праздник. Все надо, все в копилку. Все нужно держать в себе. Получается? Стараюсь, чтобы получилось. И стараюсь, чтобы каждый ребенок запомнил. Потому что дети сейчас, их не так легко удивить. Их очень сложно удивить. Потому что даже если брать мое детство, я вот сейчас нашим детям завидую. Да? Да, потому что если бы ко мне в детстве... Деревянные игрушки? Нет, я не беру игрушки. Игрушки, ну чего вы так уже деревянные? Ну ладно, металлические. Ну не деревянные, металлические. А сейчас знаете, как дети металлические игрушки любят? Фу. Вы не знаете. Да, у меня была такая огромная металлическая машина. Я ее цену, она дребезжала на всю улицу вообще. Ну вот. Этому, да? Ну, металлические игрушки. Да, это были самые такие тяжелые, чтоб в лужу если кинул, так уже... Везде. Детей сегодня очень сложно удивить, и я повторю, что если бы у меня... Ко мне в детстве пришел клоун на день рождения, еще и со всей программы, я бы, наверное, до 11 класса училась на одни пятерки. Но был бы такой стимул просто. Но это сейчас, так кажется. Сейчас. Может быть, и приходили. Наверное, клоуны-то приходят. Если каждый человек клоун, может быть, родители становятся клоунами для своих детей. Становятся. Многие не клоунами, но именно... Ну, преображаются. Особенно, да, особенно вот в эти новогодние праздники. Да. Папа одел шапку. Да. А детям же хочется праздника всегда. Да и взрослым, наверное, хочется. И взрослым. Праздника. Взрослым есть такое очень здоровское выражение, что взрослые иногда нуждаются в празднике намного больше, чем дети. И это действительно так. Потому что то, чем обременены взрослые, дети-то этого не видят. Дети видят со своей стороны. Скачки и... фондовой биржи, ну, валютные котировки. Вот вы копнули-то. Ну а что, клоун? А клоун, вот клоун. Вот, возможно, даже той же самой маме будет удобно. Вот переоделась я и все. Ну да, если как эту историю, которую рассказывала про водителя, да, мы все какие-то, а тут вот посмотришь и сразу как-то хочется улыбаться. Хочешь, не хочешь, хочется улыбаться. Конечно, уже улыбнешься, да. Некоторые, жена водителя, смотри, там клоун едет. Я уже смеюсь, потому что я понимаю, что у него тут перекресток, у него главное, ему надо на светофоре прямо, а она ему, смотри, там клоун едет. Мне смешно, у меня уже самой становится смешно. А вы говорите, как с профессиональной точки зрения рассмотреть что-то в человеке? В обычном человеке что-то необычное. Вот так вот получается. С другой стороны, вот это внутреннее состояние нужно ведь, не знаю, не притупляется, потому что не притупляется этот взгляд, не надоедает смотреть. Нет, потому что... Нет, если, конечно, работать там право, лево, шаг, вперед, назад, то, возможно, да. Но когда получается что-то менять постоянно, что-то привносить, что-то убирать, делать какие-то новые фишки, добавлять их в образ риски, от этого это не может наскучить. А откуда они берутся, эти фишки? От водителя автобуса, который... Жизни посмотреть, из жизни что-то почитать, из жизни, а как там было, а как у вас. А как это? Как это бывает вообще? Ну, это такая наблюдательность очень развитая. И потом садимся и режиссерски это все выписываем. Потом нет, мы это было все раньше. Репетируем перед зеркалом. Это раньше. Это все... Сейчас мы ничего не репетируем. Как это все? Технологически это как это происходит? Раньше нас еще на курсах, с первого курса режиссерского училища нас все время предупреждали. Ведите конспекты, записывайте в своих дневниках, чего, где, как увидели. Mm-hmm. И чего у вас открылось после этого. Там, третий глаз или четвертое ухо. У кого чего. Я как-то
вообще думаю, ну зачем мне это надо? Ну вот, ну зачем? Ну вот только я бумагу буду переводить и себя вот на эту ручку. А сейчас понимаю, что да, были правы, потому что даже возможность такая появляется, что где-то что-то увидеть, посмотрел. Но столько много информации, что вот то, оно уходит на второй план. И потом из головы выбивается, и начинаешь понимать, вспоминать, где-то я вот что-то такое интересное, связанное, допустим, с тем же самым париком. Да? Потому что с ним же тоже можно много чего сделать. Можно причесать, вот. Или же наоборот, сидеть и крутить постоянно. Из жизни. Наверное, из жизни. Много чего вот таких именно примеров берется из жизни. И, конечно, обращаешь внимание на работу коллег и в России, и за рубежом. Воруешь просто, воруешь. Не, воруешь, не воруешь. А кто подходы. У нас? А кто у нас не ворует? Ростислав не ворует, он играет. Если только. Ну, не то, что... Нет, это неправильно. Вы назвали... Это называется взаимствовать. Или компилировать, но не воровать, нет. Потому что все равно, если номер, он сольный номер, который знает вся страна, весь мир. Ну как я могу его взять и к себе его применить и говорить, что это я его сделала, я вот, нате меня репетируйте. Не могу. Надо его менять, надо его как-то перепланировать, адаптировать под себя. Правильно же? Ну это все равно, что, не знаю, новые туфли купить. Задавать одни и те же вопросы в одной и той же программе. Для меня, например, да? Ну, не знаю. Нет, я про это не говорила. Всех удается рассмешить. Практически. Бывали такие люди, которые, ну, как бы, люди, дети. Бывали. Или эти мальчики 60 лет. Бывали. И девочки. Бывали. 65. То есть, которая так смотрит непонятно, что она тут делает вообще. Бывали, и не хочу сказать, что приятно или неприятно от того, что меня не восприняли. Ну, наверное, неприятно. Нет. Нет? Не неприятно. Просто вот у человека такая точка зрения, и он с ней. А я вот такая, и меня никуда уже отсюда не... То есть у человека изначальная установка, вот пришел... Многие говорят, что я боюсь клоунов, или он боится клоуна. Не подходите к нему, он боится клоуна. А как он может бояться? Как можно бояться? Как можно бояться? Вот что ему такое? Это ж надо насмотреться столько ужастиков, где клоуны делают вот так вот, что... Я не знаю... Это лично мое мнение, что нельзя клоуна бояться. Клоуна можно либо опасаться, либо не доверять, либо стесняться. Но бояться как такового нельзя. Потому что сам по себе человек в образе клоуна, какого-то непонятного существа, яркого, сверх, чересчур яркого, со смешным голосом и красным носом, непонятно почему, кстати, красным. Да? Потому что у меня один раз такое было, что «Клоун, а почему у тебя нос красный?» А я смотрю и думаю, вот началось там мероприятие. Что? И какие ответы? А какой он должен быть еще, да? Нет, ответ был, я всегда нахожу логические ответы для детей, потому что если ребенок спросил, он рассчитывает на то, что ему не соврут. Потому что он воспринимает клоуна как себе равного, что-то сказочное. И я всегда нахожу логическое, обосновательное убеждение или утверждение. Клоун, почему у тебя нос красный? Я сейчас вам расскажу. Потому что я не слушала маму, и у меня пошли сопли, потому что я снег ела. А потом я взяла вот так вот, терла его, и он у меня стал красным. Логично? Логично, очень логично. Особенно если тереть вот так нос, то он точно станет красным. Конечно, да. Причем ответ пришелся на ходу. Оно всегда на ходу. Оно всегда на ходу. Это импровизация. Меня, когда готовили к поступлению в режиссерское училище культуры, будем так говорить, меня готовили, что, Катя, самое главное вообще у актеров в профессии – это импровизация. Основы основами, но импровизация, а с детьми импровизация, я говорю, они не... Дети не дают. Дети не дают обмануть.
и им нельзя врать. Со взрослыми, наверное, ситуация немножко по-другому, но я предлагаю... Спектр шире. Спектр шире. Я предлагаю сделать небольшую паузу, а потом поговорим именно про взрослых. Хорошо. Уважаемые телезрители, напомню, что сегодня мы разговариваем с клоунессой Ириской. Разговариваем... О клоунаде разговариваем. После небольшой паузы вернемся в эфир. Мы продолжаем нашу вечернюю встречу на канале «Беларусь-4». Встречу неординарную несколько в эти праздничные дни мы разговариваем с клоуном с клоунессой Ириской. Она же Катя Малашенко. Угу. Да? Все да. Правильно. Мы закончили предыдущую часть разговора о том, что интерпретация необходима для общения актера прежде всего. Интерпретация, импровизация, да, с детьми, понятно, со взрослыми те же самые законы или нет? Или со взрослыми реже приходилось общаться? Вот. Ну, приглашаю для детей клоуна. Дети-то без родителей не могут передвигаться. Нет, ну, нигде. Ну, родители же не задают такие вопросы. Почему нос красный, например? Или почему волосы разноцветные? Родителям понятно. Или непонятно? Иногда родители интересуют, какого цвета у меня волосы настоящие. Да, вы что, пап? Да, пап, в частности. Больше всего. Да, и приходится... У меня все такие, я целое утро красилась. Отвечать. То есть, ну, с родителями точно так же, со взрослыми точно так же можно шутить, но, конечно, там уже шутки будут немножко не такие, как с детьми. Есть какие-то приемы, которые понятны и детям, и взрослым, накатанные? Если конечно, есть, конечно, да? Есть. То же самое чихнуть не в том моменте, в котором нужно, да, когда от тебя чего-то определенного ждут. И ты уже готов это сделать, и дети уже знают, и взрослые, что ты сейчас это сделаешь. А ты чихаешь, у тебя ничего не получается, ты создаешь комичную ситуацию, от которой просто человек не знает, что делать, начинает смеяться. И все хорошо. Или же вот, например, мы сейчас попробуем создать такую же комическую ситуацию. Это со взрослым. Мешок Деда Мороза? Это мешок Деда Мороза с игровым реквизитом. А ты риски? Не. Ну, я иногда тоже с ним хожу. Просто Дед Мороз живет со мной. Ну, судя по шапочке и по... Опа. Ага, продолжайте. Судя по шапочке и по мешку, это как раз реквизит вот этих вот праздничных дней. Да. Да, наверное, да, же приходит... Да. Ага, ты сказала, что Золушку и Снегурочку играть не... Нет, я лучше кого-нибудь переодену, Золушку и Снегурочку. Я сама буду Ириской. Ну, или же Снегурочкой. Но, опа! Но в Снегурочке тоже Ириска. Первое время. Я так понимаю, что это... Правильно понимаете. Хоп. Это чтоб вам было тоже веселее на программе. А то вы на меня смотрите, вам весело. Да, а я на вас смотрю как-то вот непразднично. То есть мы меняемся местами. Теперь... Ну вот, давайте общаться так. Так вы мне больше нравитесь. Теперь я буду в роли клоуна. Очки. Ну вот и вы мне теперь скажите. Быть клоуном — это просто одеть костюм? Как вы в этом костюме себя чувствуете? Я чувствую себя как клоун. Очевидно, для того, чтобы стать клоуном, надо вот просто одеть эти очки. Хорошо, я согласен, мы так и будем общаться. По-моему, это даже мне нравится. Это даже вам идет. Да? Да. А тут что? Русиан мафия. О, да. Я предлагаю вам сидеть вот так. Нет, так я не умею. Да это шутка, конечно. Так я еще не умею. Продолжаем наш разговор. Спадают очки. Я как бы... Это не очки спадают. Какие? Это нос маленький, наверное, или большой. Все-таки приемы какие-то, которые понятны и взрослым, и детям. Например, чихать. Ну, в очках, например, чихать неудобно. Да? Объясню ситуацию. Это все, опять же, ситуативно. Просто происходит ни с чего. Когда
дети, их много. Вы рисуете себе картинку, да? Дети много. Я рисую, у меня тут прямо все, уже нарисовано. Все, кто куда, их надо как-то собрать, да? Когда им говорит мама, ну остановитесь, ну остановитесь, ну пожалуйста, ну постойте, пожалуйста, постойте, я вам клоуна тут привела, вы тут, по комнатам разбежались, это одно, правильно? Когда встает клоун, делает вот так, говорит, стоять! Собираются все дети сразу. И, естественно, и взрослым, и детям становится смешно. От того, что, боже, откуда звук? Нет, 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 я же отвернулась. Все равно зашкалила. Да? Конечно. Я больше так все дети тут же сбежали, все тут же встали им на цыпочках. Нет, не на цыпочках. Добрые клоуны вдруг такие... Да, конечно. Потом... Им начинает становиться интересно, чего она орала-то. И они, естественно, все начинают прибегать сюда, включая и взрослых, которые были в этот момент на кухне там и жарили селедку. Все, все здесь, а что делаем? И все, и здесь уже вот момент обозначили, можно чего-то с ними можно делать. Начинать. Можно начинать. С группой сложнее работать? Сложнее не эмоционально. Именно по техническому. Перемещение от одной группы детей к другим, выстроить в команды вот этот момент сложно. И перекричать сложно, потому что я работаю без микрофона однозначно, потому что с моими микрофонами творится то же самое, что и с вашими. Ой. Можно я сниму? Давайте. Да? Давайте. Потому что хорошо. Жмете, маленькие эти. Я понимаю. Да, тут я в следующий раз принесу побольше. Ушки. А галстук оставлю пока. Хорошо. На мафию я согласен. Согласен. Да. Отлично. Вот. Так что с одним ребенком тоже очень сложно работать. Потому что бывают такие ситуации, когда детки очень стеснительны. И чтобы проникнуть к ним в сердце... Ага, родители позвали клоуна, оставили нужно... ребенка? Нет, они не ставят. Вот вам елка, надо наряжать. Нет, они так не ставят. Естественно, я объясняю родителям, что... И они мне тоже, они сразу предупреждают. У меня стеснительный ребенок. Ну, хорошо, допустим. Но не было еще ни одного ребенка, который бы не пошел на контакт. Даже пускай ему 2 года отмечают, пускай он всю программу у мамы на руках в соседней комнате пробыл, мы играли с другими детьми, но на торт он выйдет. Это же ему вынесли, выносят торт. Свечи он задувать будет. У меня недавно был мальчик, который... полчаса моей работы просидел вот так вот у мамы. Закрыв глаза. Да. Он подсматривал осторожно только левым глазом вот так вот, чтобы посмотреть, он еще в том же месте находится или нет. И все, он видел меня. Неужели было такое шоу вообще? Было. И он видел меня вот так, посмотрел все, и в мамку пошел, спрятался, все, глаза. И глаза закрыты полчаса. Но потом я все-таки его раскусила. Для меня это самое важное. Чтобы ребенок, у которого есть зажим, который меня стесняется или, там, как говорят родители, боится, чтобы он в конце пошел со мной на контакт. Значит, я добилась того, зачем я работаю, зачем я это все делаю. Чтобы капелька добра была во всех. И капелька доверия, открытости была во всех. Но у меня еще не... Еще не получалось такого, что вот я ушла и там именинника вообще не видела. Не бывает такого. Или там вот все 6 не, детей если именинник играются... Сидит и полчаса был... Нет, вот сейчас это был не именинник. Это был не именинник, это был гость именинницы. Ее звали Женя, ей исполнялось 4 года. Это был ее друг. 4 года. Ну, я говорю, что вот он полчаса, наверное, так вот просидел. Я думаю, вот я все-таки тебя сделаю, я тебя раскушу в итоге. И все раскусила нормально. А уже какой-то профессиональный появляется. Конечно, уже начинаешь спрашивать а чего, у деток. Ребята, а что с ним? Чего он спит? И, значит, а как его зовут? Он, там, Матвей. Матвей, ты что, в садике не спал? Или там начинаешь как-то вот его ковырять, подковыривать, чтобы он отвечал, чтобы он шел на контакт. Даже тоже контакт, нормально, значит, человек реагирует, значит, все хорошо, значит, скоро, вот-вот. И он будет другом Ириски. Это очень интересно. Технические какие-то нужны для... Сегодня, да.
да. Можно оставаться хорошим клоуном. Не знаю, потому, можно оставаться хорошим аниматором. Все с планшетами, все можно, с... Можно оставаться хорошим аниматором и с планшетом, и без. Но если у тебя есть планшет, все, ты звездогерой. Звездогерой. В планшет в каком смысле? В переносном, естественно. Mm-hmm. То есть еще же важно, очень важно уметь... Классно использовать это в своей работе, потому что бывает такое, что можно накупить себе вот это все техническое оснащение, сидеть и говорить... Нажимать на кнопки, я крутой, пальцами, да. Да, вот я галстуки, например, я крутой, вот да, да, я крутой, у меня все есть. А чего дальше-то? Ну, надо же это как-то применять, и применять это надо тоже с умом и так, чтобы это всем было интересно. Потому что родители, про которых мы с вами говорили, на детском празднике тоже хотят видеть, что круто, супер. Мне тоже понравилось. И потом все говорят... Родителям же тоже интересно, конечно, должно быть. Конечно, у нас же не было этого в детстве. Поэтому всем интересно. Да. Ну. А, да я вспомнил, у нас же были игрушки. Деревянные, металлические, да. Этого в детстве не было. Да, а сейчас вот и в своей работе мы используем и мыльные пузыри, и какие-то химические трюки, физические трюки, что-то. Но с интерактивом именно через планшет мы не работаем. Принципиально. Интерактива хватает живого. Да, живого, живого. Но, может быть, в этом отличие... Именно поэтому я считаю, что то, что вот сегодня есть и планшеты, и игрушки эти компьютерные, это все хорошо. Но оно не вырабатывает у ребенка душевности, не вырабатывает открытости, не вырабатывает определенных человеческих качеств. Не делает. Поэтому человека не делает, да. Не делает из ребенка человека. Потому что сегодня можно увидеть вот это вот, и рядом будет происходить взрыв ядерной бомбы, и вот это вот на стоп нажат, посмотрел, со стопа снял, и продолжаем. Возможно. А рядом будет клоун. А рядом будет клоун, который всячески, и опять же, это сверхзадача, выдернуть, вот я выдернуть об этом, оттуда. Я именно это и имею в виду. Как? Вроде бы достаточно прагматично, что взрослые, что дети. Ну, наверное, дети идут за взрослыми, сами того не осознавая. Ну вот, к примеру... А тут вдруг... да. Обычные мыльные пузыри, казалось бы. Ну, мыльные пузыри, это вот это вот все? Нет, это еще не все, это половина. Мы... Очень отвлекают детей, дети до сих пор это любят. Может, мы на самом деле посмотрим на эти мыльные пузыри? Я могу вам показать своего друга, которого зовут Лизун. Хотите? Очень. Лизун, мне не надо будет очки одевать? Не надо. Для того, чтобы увидеть. Лизуна? Для того, чтобы увидеть этого друга. Ну он же здоровый, он же большой и очень-преочень мыльный. И с помощью пузырей получается расшевелить и взрослых, и детей. И детей в частности. Потому что дети очень... Тогда будем думать, что мы будем расшевеливать всю аудиторию. Всю аудиторию в предновогодние праздники. Да, в предновогодние праздники. И опять же здесь импровизация в плане того, что каждый трюк проходит по-разному. В зависимости от того, какая аудитория. Кто именинник, мальчик или девочка? Большой, я маленький. Именинник. Вы именинник? Да. Я мальчик большой, даже представитель русской мафии на этот вечер. О, поперло. Так. И... Итак, сейчас мы мальчика Сережу познакомим с самым классным другом Ириски, которого зовут Лизун. Сереж, будем знакомиться? Да. Тогда считаем со мной до четырех. И раз, раз, и два, и три, и четыре. Вот и Лизун. Здорово? И Лизун исчез. И Лизун испарился. Здорово?
Вот с помощью таких... Тебе понравилось, Ростик? С помощью таких трюков. Или же можно в студии чего-нибудь бабахнуть. Безопасно. Можем? Бабахнуть? Можем. Бабахнуть. Бабахаем. Только... Только что? Только, ну, чтобы студия осталась, потому что нет, еще... Нет, студия останется. Еще хочется, чтобы другие программы выходили у конечно, нас. Конечно, выйдут. Я уверена, после такого бабаха у вас тут промежутков не будет чаю попить. Сейчас самое главное нормально бабахнуть. Ага. Да, потому что этому всему нужно учиться. В некоторых моментах даже воровать. Взаимствовать. Но нужно. То есть это уже мы переходим несколько в другую область. В это область фокусов те технические и... средства, которыми пользуешься в работе, чтобы было интереснее. Так, теперь у нас мальчик Ростислав. У него мальчик день Ростислав. Рождения. Мальчик Ростислав. Сейчас будем надувать большой-пребольшой вулкан. Обещала больше грубее голос не делать, потому что... Расти вулкан большой-большой. Так, вулканчик надули. Ростислав, от 3 до 1 умеете считать? 3, Ростислав заигрался, подождите. Ростислав, готовы? Сейчас будет огромный взрыв вулкана. Считаем. 3, 2, 1. Бабах! Сильно жален на клавиши. Сломался. Ну, вулкан не бабах, но он тихонечко... Естественно, да. Конечно. Есть определенные нюансы в этом деле. Поэтому... То есть, наверное, вот с такими, ну, не знаю, фокусами, да, я представляю, дети тут же собираются, и оно все растет, хочется потыкать пальцем, оно, конечно, хочется самому попробовать. Конечно, буду я, если особенно детки маленькие, я буду дуть. Они думают, что оно к ним пришло, и это все их. Нет, это шоу, это отдельный блок, это отдельная история абсолютно, это... Воплощает мой помощник, профессор из мыльной академии, который целых 6 лет отучился в мыльной академии, чтобы пузыри надувать, представляешь? Он умеет, а ты нет. Тебе же потешно так разговаривать, и хочется самому. Тут же одеть очки. Нет, я не умею так. Я так не умею. А зря. А пускай он нам покажет. Покажет? Покажет. Сейчас? Сейчас. Ну хорошо, тогда позвольте представить. Профессор из мыльной академии Павел. Павел, профессор из мыльной академии. Друг Ириски, помощник Ириски, который занимается шоу мыльных пузырей. Это вот у нас трюк. Настоящий мыльный теннис. А это пузырь-обжорка. Видал какой? Смотри сейчас, сколько съест пузырей. Во, 8, 15, 25, 39. Алле! Давайте хлопать. Сейчас еще что-то покажет. Ты такого не умеешь. Я смотрю, затаив дыхание просто. Знаешь, что это такое? Пузыри. Пузырь. Не-а, а так? 2 пузыря в одном. А еще круче хочешь? О, смотри, что это, знаешь? И что это? А может, это НЛО, про которое все говорят, и его никто не видел? Это есть снежная баба, а это пузырная баба. А это вообще ожерелье нет, какое-то? Это вообще-то еще... мыльная каруселька. А. Какая баба? Снежная. Смотри, только надо голову держать, чтобы на ней кататься, а то там укачивает. Во, поехали! Че, укачала? Да, я рот открыл. Она здесь на самом деле крутится. Конечно. Ой,
О, видала, он так не делал раньше. Да? Вот до чего техника дошла. Профессор специально. Опа. А еще я люблю делать настоящее пузыревое фаер-шоу. Вы когда-нибудь видели такое? Нет, я даже плохо представляю, смотрите, что такое. Только надо держать себя в руках. Держите себя в руках и не отпускайте. О. Елочка, гори! О, вы волшебник! 3, 2, 1! Опа! О, видали? А в руках себя надо держать, чтобы туда не пойти. А сейчас я вам предлагаю побыть внутри мыльного пузыря. Кому? К вам. Вот это крутяк! Внимание, внимание, смертельный номер! Да, такого... Ведущий Сергей Краснобород в настоящем мыльном пузыре! Что мне надо делать? Просто стоять и не шевелиться. Желательно дышать, но через нос. Через очки. Можете через уши. Так что, вы готовы? Готовы? Да. Ну что, к полету. Где я? А там что-нибудь слышно? Слышно, все слышно, но не видно. Как будто в автомобиле с запотевшими стеклами. А вы очки протрите. Опа! Это я так сделал? Аккуратненько выходите. Ну, понравилось, как ощущение? Как в скафандре. Как в скафандре. Ну, вот именно так я и называю. Очки можно уже снимать? Конечно, можно. Это чтобы в глазки не попало, мы вам их одели. Я вижу. Ну, тут брызговики хорошие. Видал, Ростислав? Да. А ты не бывал там. Я так... Надо, наверное, сказать, что помогал нам профессор... Павел. 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 Это муж. Коллега. Коллега, это муж. Технический директор. Карабас-барабас, серый кардинал. Серый кардинал. Как хотите, еще, это все. Еще профессор мыльных пузырей. Так, естественно, так... это в первую очередь. Да. То есть вы семейное такое. Семейное шоу? Да, у нас еще есть сын, который растет. И, мамочка, я очень хочу с тобой поработать. И тоже, да. И тоже участвует в этом, нет? Один раз уже участвовал. Мы его брали с собой на вручение. У нас все происходит так спонтанно, если какая-то интересная тема появляется. И мы через соцсети пристраивали своего котенка. Mm-hmm. Совершенно недавно. И позвонили, заинтересовались этим котенком люди, у которых мы, наверное, уже работали до такой степени, что мы уже на «ты» и... Как родные. Как родные. И девочек, и девочки меня знают уже, как тетю Катю. И, то есть очень плохо. То есть уже не Ириска, уже тетя Катя? Нет, оно Ириска-то Ириска. Но это тетя Катя, которая одевает Ириску. И она и становится Ириской. Вот. Но мы об этом никому не говорим. И получается, я говорю, говорит, ну, до Нового года они не дотерпят. И надо сейчас. На календаре 21 ноября. Думаю... Ну, давай сейчас. И мы, в общем, одеваем костюм Деда Мороза и Снегурочки. И сын. Я хочу с вами. Я хочу с вами, я буду по котенку скучать. Я говорю, девочки очень хорошие. Будут смотреть за котенком, будут его кормить, будут его гладить, будут с ним играть, все будет хорошо. Потому что, когда мама с папой работает, определенно ребенок должен где-то находиться в хорошем месте. С котенком. Вместе. Нет, не с котенком, а вообще. А понятно. У бабушки да. Находится. А здесь сколько немножко сыну? Так. Сыну 5,5. Mm-hmm. И мы едем домой, я говорю, будешь мальчиком-зайчиком. Я Снегурочка, папа Дед Мороз. А ты будешь мальчиком-зайчиком. И сразу из этого, из предлагаемых обстоятельств рождается сразу, говорю, все, мы котенка засунем к тебе в Дед Морозовский мешок. Ты будешь, говорю, выносить со словами «тук-тук-тук, я мальчик-зайчик, я принес вам подарок». Хорошо, хорошо. Учили слова всю дорогу. И как раз в этот день позвонила подруга «дай костюм зайчика на Новый год».
в садик. Я его, этого зайца, достала, думаю, ну, как-то ребенок в 5,5, в 3-годовалый костюм, может, и не влезет, но мы его впихнули. Зайчик. В зайчика. Да, с ребенка своего в костюм. А зайчика. Он как к этому относится вообще-то? Отнесся, я имею в виду. Прыгает до потолка. Ему это, да, так все интересно, потому что потому что он видит, когда он, допустим, на праздниках, где я, он участвует в этом, это с одной стороны, он со стороны участника. А когда он попадает в этот процесс со стороны проведения, это же уже другая сторона, и она же еще неизведана. Там-то он все уже знает, он все уже умеет, он знает, как эти пузыри надувать, он знает, как, чего у мамы... Он видит дома, как мама это все пробует, конечно, у мамы дома, репетирует, у мамы, да? Дома... Нету дома. У мамы дома есть дома риски. У мамы дома филиал цирка. Филиал цирка, да. И мы, значит, ему говорим только: Андрей, ты ж смотри, надо выучить слова, это же все твоя работа. Я буду учить, я буду стараться. Но в итоге мама так сильно переживала за то, что у ребенка... Он зашел в квартиру после нас. С мешком. Перепрыгну. Мы когда котенка в мешок прятали, я вообще подумала, боже, какая ужасная котенок, идея. Котенок, да. Потому что котенок первое, кот в мешке. Первое, что сказал котенок, это мяу на весь подъезд. Я думаю, какой подарок в мешке. Его надо в руках выносить, потому что ну тут вообще не вариант. Ну и как вел себя? Ну, конечно, сначала наследник зажим. Профессии, сначала назовем зажим, его так. Сначала зажим, конечно, сначала скованность. Мама за него очень сильно переживала и сказала сама за него все слова, не дала сказать. Но потом нормально уже. Когда фотографироваться все вместе стали, все, ребенок оттаял. Зайчик. То есть есть шанс, что ребенок получит такую же профессию? Не знаю. Не буду настаивать. Не хочется. Я не буду настаивать, потому что, наверное, я сама понимаю, какой профессия труд. Тяжелая? Тяжелая. Тяжелая. Это профессия. Это ремесло. Это и профессия, это и состояние души, это и призвание. Это все в одном. Потому что этим нужно жить. До того, как выйти замуж, я закончила школу в 2003-м. Сразу пошла на заочное учиться. И сразу же пошла параллельно работать, чтобы была практика. И бывало такое, что если мы готовим какое-то серьезное мероприятие, вообще ни до чего. Какие мама с папой с помидорами и огурцами на даче? Ой, мама с папой, да. Абсолютно. Мама с друзья, папой вырастили какие клоуна, друзья? И, наверное, рады так были в процессе воспитания. Да нет, папа мне сказал, я тебе, когда я поступала, все хотели, чтобы я пошла учиться на врача детского. Мама говорила, ты такая будешь хорошенькая в халате, работать с детками, в чистоте и в уюте. Я так что-то посмотрела. Ты такая хорошенькая в этой кофточке, в этой юбочке. Я так что-то посмотрела, что думаю, не, мама. Вот. И пошла я туда, куда мне надо было. Видимо, не зря, и на отдачу. Просто работаешь в этой профессии, работаешь на отдачу. Выкладываешься по полной. Не знаю, как в других профессиях, но творческие профессии, мне кажется, вообще все такие. В них нужно полностью выкладываться, потому что от тебя зависит результат. От тебя зависит то, с чем выйдет либо зритель, либо ребенок, либо взрослый человек. С какими эмоциями он от тебя, с какими мыслями он выйдет после того, как пообщается с тобой, как побывает в твоей тарелке. Но с другой стороны, Екатерина, можно же, не знаю... На самом деле нужна отвага для того, чтобы предстать клоуном. Это я вспоминаю начальную фразу, с которой мы, что каждый человек клоун. Я вроде бы, я серьезный, как это, меня выбить из моей ситуации, одеть мне нос, поставить в какой-то мыльный пузырь. Ну что такое, я серьезный человек, ну что, зачем? Зачем? Чтобы у вас проснулся ребенок, на секундочку. Именно в преддверии Нового года? Именно в преддверии Нового года. И я же думаю, что это ощущение ребячества, вот этого яркой искорки, которая у вас, я 100% даю, что она открылась. Оно было, когда вы в пузыре стояли, когда вы в этих очках. Да так немножко прихватывает. Конечно, да. Конечно, прихватывает. Когда вот вы на меня смотрите, да, вы же не воспринимаете меня как серьезный персонаж, правильно? Оно же, это ощущение у вас пойдет в Новый год.
Разве может представитель русской мафии воспринимать клоуна как серьезный персонаж? Вообще. Вообще. Вот. И оно же пойдет с вами, это ощущение праздника в Новый год. Вы же потом будете возвращаться к этому воспоминанию, когда вам станет грустно, и вы будете искать то, что-то ключевое, от чего вам станет веселее. Вы же будете вспоминать вот эти ощущения. Это же важно для человека, очень важно. Я думаю, что эти ощущения будут вспоминать все, кто смотрит нашу программу. Мы близимся к завершению. Может быть, мы будем поздравлять уже всех с наступающим Новым годом, потому что он не за горами. Да, вот, конечно, вот, конечно, буквально. Конечно. Я бы хотела необычным способом поздравить. Можно? Ну, только мне нужна помощь мужа. Ага, специалиста по пузырям. По пузырям. Я здесь никогда не стояла. Если стояла только один раз, и он не получался. С Новым годом, Гомель! Кукареку! Все? А я-то думала, что еще. Ну вот так. Лаконично, вот. Быстро. Вот так вот. С Новым годом, Гомель. Ну, а мы будем прощаться. Большое спасибо, клоунесса Ириска. Большое спасибо, Катя, за то, что пришли к нам в программу. Уважаемые телезрители, мы разговаривали сегодня с профессиональной клоунессой Ириской. Она же Екатерина Малашенко, и Павел Малашенко помогал ей в качестве профессора. Меня зовут Сергей Красноворот. Спасибо, что были с нами этим вечером. Ростислав Бондарев, музыкальное сопровождение. Спасибо компании Sound Pro By за помощь в подготовке программы. С наступающими праздниками. Всех благ вам. С Новым годом!